Здравствуйте, с вами Елена. Сегодня я приготовлю заливной обсыпной пирог со сливами. В чашу хлебопечки наливаем 75 грамм топленого масла, 200 миллилитров теплого молока, пол чайной ложки соли, 400 грамм просеянной муки, 75 грамм сахара, пол чайной ложки ванильного сахара и 1 чайную ложку сухих дрожжей. Выставляем программу замес теста. Высокую форму смазать растительным маслом. Делим тесто на 12 частей и скатываем в шарики. Выкладываем в форму, накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут. Сделать надрезы и удалить косточку. Вдавливаем сливы в тесто. В блендере соединить 50 грамм просеянной муки, 50 грамм холодного масла и 50 грамм сахара. Сформировать 12 калачиков и вставить в сливы. Заливаем 150 миллилитров йогурта. Посыпать оставшейся крошкой пирог. Выпекать в заранее разогретой духовке до 220 градусов 35-40 минут. Накрываем полотенцем на 15 минут. Пирог со сливами очень аппетитно пахнет. Тесто, приготовленное в хлебопечке, получается вымешанным и воздушным. Значит, и пирог получится пышным. Смотрите мои рецепты, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами была Елена. Пока!